Послушай, бабушка, я мужик. Извини. Что за рыцарь живет в этом замке? Мне 37 лет. Что? Мне 37, я не бабушка. Ну не могу же я звать тебя просто мужик. Зови просто Деннис. Я не знал, что ты Деннис. Мог бы и узнать. Прости за бабушку, но сзади ты. Мне не по нраву, что ты ставишь себя выше меня. Но я же король. Король? Здорово. Как же ты сподобился? Эксплуатировал рабочих? Цепляясь за устаревшие империалистические догмы, мы сохраняем социальное и экономическое неравенство. Если прогресс все-таки возьмет свое... Деннис! Здесь шикарная грязь! Здравствуйте! Здравствуй, добрая женщина. Я Артур, король бритов. Чей это замок? Король кого? Бритов. А кто эти бриты? Мы все бриты, и я ваш король. Не знала, что у нас есть король. Я думала, мы сами по себе. Не обманывай себя. У нас диктатура. Власть аристократии, при которой рабочий класс... Вечно ты с этими классами. А как же иначе? Добрые люди, я тороплюсь. Кто живет в этом замке? Никто. А кто ваш господин? У нас его нет. Что? Я же сказал, у нас тут коммуна анархо-синдикалистов. Мы по очереди правим по неделе. Так, все решения правителя должны быть ратифицированы на еженедельном собрании. Ясно. По вопросам внутренней политики, большинством голосом заткнись. И 2/3 голосов по вопросам я приказал тебе молчать. Приказал? Да что он себе воображает? Я ваш король. Я за тебя не голосовала. За королей не голосую. А как же ты стал королем? Дама с озера. Ее рука, облаченная в чистейшую в мире перчатку, подняла из глубины вод потерянный магический меч, Эскалибур, символизируя то, что божественное провидение вручает его мне, Артуру. Поэтому я ваш король. Странная женщина, раздающая из пруда мечи. Это не основание для формы правления. Верховная власть делегируется народными массами, и нелепые водные ритуалы здесь ни при чем. Молчи! Нельзя получить верховную власть, потому что какая-то мокрая девка бросила в тебя меч. Заткнись! Если я буду шляться и болтать, что какая-то мокрица вручила мне боевой топор, меня погонят прочь. А ну, заткнись! Значит, твоя система немыслима без насилия. Заткнись, я сказал. Взгляните на насилие, творимое системой. На помощь! Я жертва репрессий. Чертов христианин. Ага, проговорился. О чем я толковал? Вы видели, как он меня репрессировал?